Ну, тут единственное, если говорить о практике, просто внимание. Да, будьте внимательны, не увлекайтесь. Учитесь не увлекаться. Не надо ничего создавать искусственно. То есть у вас и так хватает какого-то материала внутреннего в виде мысли, эмоций. Он и есть. Просто учитесь его наблюдать без вовлечения. Да, то есть чувствовать дистанцию, не определяться тем, что возникает. Не надо ничего придумывать дополнительно. Большинство практик, они создаются с помощью мысли, это опять дополнительная нагрузка на восприятие, на интеллект. То есть то, что есть, то и есть. Вот, что возникает, просто наблюдайте расслабленно. И помните, что вы этим не являетесь. Да? То есть старайтесь все время держать вот это чувство наблюдателя, невовлеченного. Это даст вам определенный вкус, вот вкус собой себя. Вот, кто вы без самоопределение, да, плюс присутствие, потому что вы присутствуете, все равно присутствуете в практике, существуете. И просто не позволяйте вот этому чувству присутствия соединяться с какими-то представлениями, мыслями, образами. Оставляйте его в чистом виде. То есть не смешивайте присутствие и содержание. И все, вот это вся практика. Просыпаетесь, вы сразу понимаете, что вы присутствуете. Чувство присутствия – это очень простое чувство. Это отдавание себе отчета в том, что вы существуете. Каждое утро в течение дня вы себе отдаете отчет, что вы существуете. Это и есть чувство присутствия. Но оно соединяется с мыслями, с представлениями, с ощущениями, с восприятием. Да? То есть, но чтобы воспринимать мир, вам надо быть. То есть, если вы не присутствуете, вы не можете воспринимать Вселенную. Поэтому чувство присутствия, оно все время здесь. Оно соединяется с тем, что вы переживаете. Вы создаете опыт себя, память о себе и так далее. Поэтому вам сложно почувствовать вкус присутствия чистого, вот, без всего этого материала. Поэтому надо учиться отделять, то есть выделять ощущение присутствия, не смешивать его с тем, что вы воспринимаете. Это есть практика. То есть, это как вот молоко, да, когда взбивается, отделяется вода, отделяется от сливок. Да, то есть сливки отдельно, масло отдельно, вода отдельно. То есть сепарация происходит, разделение. Вот практика – это сепарация. То есть когда вы отделяете присутствие, да, от того, что переживается присутствие. Отделяйте чистый вкус присутствия. Когда у него свой вкус есть, как у воды чистый. И сначала это кажется не очень понятно, надо пробовать. Это как постоянное внимание к этому, да, что происходит, насколько вы увлекаетесь, не увлекаетесь, все, процесс. То есть это не сразу возникает, даже понимание практики не сразу, вот, в этом смысле, да, как это происходит. Но вы должны с этим играть. То есть играть в тишине, вот, когда вы сидите в тишине, да, играть в повседневности, когда вы общаетесь, когда вы занимаетесь какими-то внешними делами. Все время стараться помнить об этом процессе, да, чувство присутствия, наблюдения, невовлечения. Все должно быть. И постепенно, если вы в этом направлении делаете определенные усилия, у вас проясняется, возникает ясность, только через процесс внимания к этому. Мысли будут успокаиваться, эмоции, и тогда, когда они успокаиваются, чувство присутствия проявляется более чисто, когда успокаивается все. Это один процесс, то есть успокоение системы. И другой процесс, это когда вы, даже если система активна, вы учитесь не вовлекаться в нее. Да? То есть ум активен, но он не определяет вас или эмоции. Да? То есть, несмотря на активность, вы все равно сохраните это ощущение чистого присутствия в себе. Но какое оно, это приходится самому искать, да, какой вкус чистого присутствия, это поиск. Это есть практика.
еще такие моменты присутствуют. Проясняется? Да. То есть надо представлять вот эти божественные светы, это все мысли. То есть, если вы просто сидите в тишине, да, просто наблюдаете, то вы понимаете, поймете, что вы наблюдаете из этого света божественного, да, вы из него наблюдаете. Это ваше присутствие чистое, это и есть божественный свет. Не надо создавать какую-то идею об этом свете. Люди часто создают много идей и гипнотизируют себя таким образом. То есть Бога не надо создавать, Он и так существует без наших идей. Надо просто его открыть вниманием. То есть мы открываем Бога вниманием, да, то есть не представлением. Сколько бы мы о нем не думали, это будет просто фантазия. Мы должны его пережить. Да. Чтобы пережить, думать не надо. То есть мысли о Боге мешают видеть Бога. Поэтому вот просто успокоиться. Успокоиться и вот глубоко входить в это ощущение настоящего момента. Там в этом моменте все, в общем-то, проявляется. Ну, это не надо говорить, это все правильно, но не надо говорить, то есть вы просто это понимаете, да, надо вербализировать. Если вы это понимаете, этого достаточно. То есть, когда вы смотрите на цветок, да, не обязательно говорить «это цветок», просто смотрите на него. Видите, важно не на что вы смотрите, важно понимать, откуда вы смотрите. То, на что вы смотрите, миллионы форм есть. Сейчас вы смотрите на что-то одно, вы выходите на улицу, смотрите на что-то другое. Закрываете глаза, вы смотрите на что-то третье, потому что там образы возникают. С миллионы форм, которые вы смотрите. Но вопрос, кто смотрит, да, понять, кто на них смотрит, кто я. Не важно, что вы смотрите, это уже деталь. Поэтому иногда медитируют с закрытыми глазами, иногда с открытыми глазами медитируют. Это просто меняет то, на что я смотрю. Если глаза закрыты, у меня больше внутреннего материала поднимается. Да? Если открыты глаза, то больше внешнего. Но вопрос кто? Да, почувствовать, кто смотрит на это, кто вы. Кто смотрит. Откуда вы смотрите? Кто вы? С этим надо разбираться, потому что в состоянии, допустим, самадхи, там нет объектов, а присутствие остается. Ничего не отталкивается. То есть сознание... Но даже если вы не входите в самадхи, вы должны разобраться, потому что у вас есть идея, что объекты, он усиливает чувство присутствия, не факт. То есть чувство присутствия может усиливать само себя, то есть вне объекта. Обычный человек, да, если он если органы чувств не стимулировать, он засыпает. То есть большинство людей в практике, ну, начинающих, они засыпают. Потому что глаза закрыли, тишина, все, что я спать. То есть сознание не может присутствовать, если нет стимуляций каких-то.
Но если вы в практике становитесь более уже опытные, более зрелые, вы понимаете, что выбирая объекты, вы наоборот начинаете себя чувствовать более живым. То есть чем меньше объектов, тем больше ощущение присутствия. Соответственно, не отталкивается от объектов. Оно ими гасится иногда. Поэтому тут вот этим нет линейной связи. То есть иногда объект может вас отбросить в чувство присутствия, он может отбросить. Такое тоже может быть. Вы, допустим, в полусонном состоянии, и тут змея вползает, у вас очень чувство присутствия сразу возникает очень активно. Да? Мастер у вас может чувство присутствия погружать. Да? Он объект для вас. Когда вы смотрите, да, это некая форма, которая с вами разговаривает. Но это может вас погружать чувство присутствия. То есть есть объекты, которые вас как бы возвращают к себе, как зеркало. Вы в него смотрите, да, и оно вас возвращает отражение. То есть, когда вы смотрите на стену или на шкаф, они ваше внимание вам не возвращают. Зеркало возвращает. Поэтому есть какие-то объекты, которые возвращают вас в чувство присутствия. Да, то есть они так синхронизированы с вами. А есть объекты, которые наоборот ваше внимание оттягивают на себя. То есть вы на них смотрите, да, и вы теряете себя в этих объектах. Это вы можете поэкспериментировать, процесс наблюдения, что вам помогает к себе возвращаться. Вы берете какую-то книгу, да, допустим, мастера, и она вас возвращает к себе. Вы берете какую-нибудь билетристику, там, детектив, читаете, и все, он вас вытягивает, вы себя забываете в нем. Да? Значит, две книги, а функции работы с вниманием у них разные. Они для разных целей предназначены. Поэтому с объектами нужно вот выяснять, какие помогают, какие отвлекают. И пользоваться. Теми, которые помогают, пользоваться. Те, которые отвлекают, с ними надо аккуратно обращаться. Понимать тоже. И так же с людьми. То есть, какой-то человек вас отвлекает, какой-то вас к себе отталкивает. То есть, общаясь с таким человеком, да, вы больше погружаетесь в себя. А с кем-то общаетесь, и вы отвлекаетесь. Соответственно. Исследуйте и пользуйтесь тем, что помогает. По сути, практика, если говорить о чувстве присутствия, до какого-то момента вам нужны объекты, которые вам помогают. Как огонь. Он горит, да, мы даже дрова подкидывать. На чем будет тухнуть. То есть, да, но если мы сырые дрова положим, они его потушат наоборот. То есть есть какие-то объекты, которые будут огонь тушить, есть, которые будут его усиливать. Есть ситуация, когда огонь горит без дров. Нет, даже на физическом плане, солнце, допустим, никто туда дрова не подкидывает, не завозит. То есть это огонь, который сам себя поддерживает, там нет дров. То есть оно горит само в себе. То есть у него достаточно энергии, да, чтобы пошла термоядерная реакция, достаточно энергии, чтобы не пользоваться дровами. Вы должны прийти к такому состоянию внутри. То есть вы должны, сознание должно гореть так, чтобы уже не нужны были какие-то вспомогательные техники. Но к этому вы постепенно приходите. Пока вы к этому не пришли, соответственно, есть дрова. Вы должны ими пользоваться. И, соответственно, пользоваться сухими дровами, а не сырыми. Потому что сырые будут гасить. Вот такие все аллегории, но вы должны понимать, как это работает.